Весеннее солнце у нас зашло. Сегодня 2 марта. Вдалеке птички поют. Красота, весна наступает потихоньку. Вот, ребята, сегодня первые деньки марта. Вот так потаял у меня тачок. Здесь вот у меня снег еще лежит. А вот перед тачком, видите, вот так растало благодаря зале. В городе снега уже нету, но в деревне еще кое-где есть снежок. Ну, где я посыпал, видите, дала свой результат. Зала. Я доволен. Теперь вот, если будут теплые деньки, облетится смело пчела. Ну, смотрю, непонятно. Массового облета вроде не было. Многие диванные специалисты говорят, ветки у тебя тут на тачке. Ну, конечно, потому что был ураган. Соответственно, и массив лесной здесь. Естественно, ветки будут падать. О, лихо было, кругом деревья. О, можно сказать, в лесу живем, в черте мои пчелы. О. Вот такие вот дела. Тут вот сухо все. Ну, пока не вижу, что облет был. Кое-где так засраны улики. Корпуса его надо будет поделывать. Сейчас буду открывать вот эти литки, чтобы пчела вылетала, где-то почищу. Вот. Подожду часов до 12 тут. И попробую посмотреть, будет сегодня облет или нет, потому что обещает хорошую погоду. Солнышко всходит. О, смотрите, красота. Еще раз покажу, небо чистое. Обещает хорошую погоду. Потихоньку буду работать, ну, тут на пасеке, как говорится, проводить инвентаризацию, слегка порядок, готовиться к сезону. В идеале, конечно, бы почистить можно было бы донья, но не хочу пока терроризировать семьи. Если температура поднимется нормально, будет тепло, если облет будет, я попытаюсь кое-где, как-никак, где есть съемные донья такие, попробую почистить. Вот. Ну, главное открыть литки. Проверю так пчел, посмотрю по дотации. Ну, думаю, все нормально. Зиму перезимовали. Теперь нам надо что? Удержать, пока будет теплый период. И пчела, как говорится, выживет. Я все поглядываю, как дела тут. Ну, вот здесь вижу, пчела массово облетелась. Старый улей, сейчас покажу вам. Вот тут видно улитка. Вот так шифер я подставлял сверху. И вот, видите, опорожнения какие-то. Пчелка, видно, что облетелась. Пригревало солнце как раз с юга, видимо, в зените. И она вот здесь облеталась, вот тут на шифере кругом. Это хорошо, это хорошая семейка. Литок я тут открывал его немного. Сейчас тут приоткрою. Ой, пчелки будут выходить. Почему вот такое, почему такая каловая нагрузка у девки проснулись? Потому что оставлял на меде, можно сказать, 90%, 95%. И вот он, видимо, падевый мед попал. Из-за этого такая сильная каловая нагрузка. Многие там меня обсуждали, то и все. И оставлял я, не жмотничал. Можно сказать, говорю, почти на 95% на кормах. Что пчела собрала, то и она и ела в зиму. Что немножко не хватало, я подкармливал там слегка дотациями, там, сытой, сиропом. А многие мне твердят, сезон, конечно, был говно в прошлом году, ни меда, ничего не было. Так что
Вот такие вот дела. Надеюсь, в этом году что-то будет получше. Так будем работать. Ну вот так, один улей приоткрыл. Вот смотрю, вот тут берут живые девки. Все нормально. Конечно, кое-кому надо почистить. Тут все это сейчас буду думать. Ну а так потиху берут они дотации. Тут вот сейчас тоже посмотрю. Утеплял я тепло. Так. Мед они брали, не брали. О, интересно, тут девки. Ну вот тут сидят. Кому надо, взяли, кому не надо, не взяли. Что-то непонятно тут вот. Перевернул вот так и. Тут целый шахер-махер у нас. Надо ждать тепла. Тут тоже не знаю, что и как. Семейку подкармливал. Так. Тут рамка. О, с медом. Одна, вторая. Было, о, пчелы тут сидят, его выбирают. Ну, значит, все нормально. Живы, здоровы, слава богу, пускай занимается. Но днище надо чистить, конечно. С моей спиной сегодня, я не знаю, типа, потяну я это все. Надо думать. Плюс еще заболел. Ну вот, также хочу своим подписчикам что сказать, которые адекватны у меня сегодня. Мини-юбилей, сегодня 2 марта, мне 45. Вы можете меня поздравить заочно, там в комментариях внизу подписать. Там Андрюха. С днем рождения, все дела. Будет приятно мне. Можете выпить за мое здоровье. Вам будет хорошо, мне приятно. Сегодня я на антибиотиках, хоть и пчеловод, но сильно меня затянула болезнь. Вот, но не удержался. Сегодня приехал на пасеку. Надо было еще другие вопросы решать. Сегодня такая благодать. Обычно на мое день рождения всегда вот мороз, стужа. По крайней мере, вот в последние 30 лет, вот где я живу, нахожусь, такая переменчивая погода. Вот такие вот дела. А сегодня, о, благодать, Боженька дал такую погоду. Надеюсь, она сегодня не испортится. Настроение у меня отличное, от слова замечательное. Вот. Вот такие вот дела. Ну что, ребята, вот, прошло где-то часа два, может, 2,5, смотрю, пчелка начинает облетываться потиху, солнышко пригрело, сейчас где-то градусов, может, 4 в тени, на солнце чуть больше, смотрю, потихонечку пчелы начинают облетываться. Постараюсь по возможности еще раз через час снять, показать, как это происходит, может, будет теплее. Ну, здесь видно, что пчела пытается облетываться. Можем тут открыть. Через литок основной они не хотят тут пролетать. Сейчас я им попробую открыть. Вот так. Щелку пускай облетываются. И сейчас посмотрим, как у них будут дела обстоять. Лучше, не лучше. Во, щель тут им открыл. Смотрю, вот это тоже отводок тут пытается облететься, пчелково. Единичная вылетает, если вам видно. Сейчас пойду в другой улей тоже. Девки облетываются потихоньку. Единичные пчелки. О, красотки меня радуют. Сегодня подарок мне делают на день рождения. Погода. Вот, вот, смотрю, потиху вылетают единичные пчелы. Вовремя я литки открыл. Им проще сейчас будет вылетать девкам. Там вот тоже
Я смотрю, там, ну, потихоньку будет облётываться. Наверное, через час более-менее что-то будет происходить. Там вот ребята, смотрите, в старом уле тоже. Тут девки танцы-обниманцы делают. Некоторые говорят, что человеку надо для счастья. Вот такое вот дело, и это уже большое дело для меня, да? Мой день рождения, у облёт такой, у пчёлы облётывается. Настроение у меня вот такое классное. Несмотря на то, что я заболел, девки радуются вместе со мною. Началу сезона, что они перезимовали у такого пчеловода. Нет, ну думаю, мы будем исправляться с каждым годом, вот такие вот дела, не переключайтесь. Ну вот, пришел я где-то через часик, может чуть меньше, пчела кое-где облетывается, кое-где нет. Кому надо, вот ребята, видите, облетываются. Некоторые уже работают, смотрел, семьи, которые уже облетались, я так понимаю, летают сразу за водой. Тут вот. То послабее отводки не вылезают пока, ну, в принципе, нормально, я считаю, для первого раза, можно сказать, вот тут вообще они его сидят, загорают у меня, его берут воду, я так понимаю, с газобетона, видите, что-то подсасывают там воду, наверное, он влажный. Силикатный блок вот этот. Ну, потихоньку вылетают, летают пчелки. Вот. Где-то больше, где-то меньше. Сейчас солнышко. Сейчас, ребята, солнышко поднимется и будет нормально, я думаю. Тоже ждать мне пика, когда будет очень жарко, можно сказать, часа два где-то. Мне не хочется, потому что надо ехать домой, близкие меня ждут. Вот. Но приятная радость, конечно, вопросов нету. Как пчелы летают. Можно сказать, выстрадали мы этот облет. Дождались. Желаю вам тоже, кто еще зимует. Крепитесь, ребята. Держитесь. Не за горами уже весна, у нас вот она пришла, северо-восток Беларуси, ну, где-то на севере, Россия, другие страны, если что, к вам тоже придет обязательно весна и ваш заветный облет пчел, вот такие вот дела.
берут воду, я смотрю. Уже работают девки. Видите? Уже трудятся. Они что-то ковыряются тут в земле. Что-то ищут уже. Вот тут активно пчелка греется на солнышке. Загорает молодая пчела. Радуется первым весенним денькам. Ну что еще хочу сказать, ребята. Если пчела облетится с большего и будет хорошая погода в ближайшие там 10 дней или хотя бы через 10 дней, стабильный плюс, где-то градусов 7-8, то уже смело можно будет давать сироп, сыту медовую, и подкармливать семей, стартовать, как говорится, давать им энергию. Можно будет также давать пыльцу, пергу, подкормку, всякие помадки, вот, и развивать, потиху раскачивать семьи. Вот такие вот дела. Ну что, ребята, я вам хочу сказать, на такой оптимистической ноте заканчиваю свой мини-обзор облета, первого, можно сказать, такого более-менее нормального. Были до этого облеты небольшие, я так понимаю, потому что крышки ульев были запачканы. Ну, в общем-то, вот начало есть, пускай не главный такой очистительный, но первый. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания, ну а внизу заветная кнопка подписки. Всем пока-пока, до новых встреч, следите за новыми видео.